И снова всем здравствуйте. Мы с аппаратом пришли на работу. Чуйку будем делать. Сегодня мы, наверное, 60 сделаю. Вот 60. Чуйка 60 у меня сегодня будет работать. А дискриминацию сделаю на 40. На 41, да? Нет, нам не надо 41. 40. Вот с такими параметрами сегодня будем плыскать. Я на стареньком месте. Начинаю. Что будет интересного, я, естественно, покажу. Ну вот, начинаем. Вот отсюда и начнем. Короче, вот такая лунка получилась. С полметра, наверное, глубиной. Вот эта железяка вылезла оттуда. Фух. Глубоко. Вот тебе и чувствительность, и что убавил. Все равно глубоко хапает, цепляет. Ладно, будем дальше делать, посмотреть. Новый сигнал. Вот тут буду копать. Тоже, наверное, полметровая глубина будет, не меньше. Шлак. Это шлак все здесь. Ладно, копаем дальше. Смотрим, что там валяется. Спрятали же глубоко. Ну вот. Сигнал не обманул. Вот она. Сейчас мы ее ломиком подцепим и выудим оттуда. Поймалась, которая кусалась. Итого три штуки уже. Они килограмма по 4, по 5. Опять лунку выдолбил. Сантиметров 50, наверное. Может, чуть поменьше. Пикает и пикает. 80 показывает. По кучке полазил. Кучка показывает. Лунка не показывает. Вот что нашел. Кусок дюрали. А орал как сумасшедший. А я пахал как сумасшедший. Ну, бывает. Ну вот, пикнуло хорошо. Вон там какая-то бабалаха большущая. Вот. Будем делать, посмотреть. Что там такое прячется. Что-то я подугорел. Ну давай, вылазь уже. О! Непонятно, швеллер или уголок. Уголок в уголке. О, это всплеснулось. Вот такая вот бабалаха. Фух. Черт побери. Хорошо-то как. Рядышком еще штырь какой-то всплеснулся. Ну какой? Это одно и то же. Вот его надо вытаскивать сейчас. Ё-моё, хорошо.